My name is Paul Serene. I've seen the end of time. Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем играть Quantum Break. Был у меня некий перерыв в игре, потому что было записано сразу несколько серий, и я уже, честно говоря, немножко подзабыл это управление, поэтому поначалу могу немного тупить, там же всякие эти умения, там по контролу, по шифту, по правой кнопке. Но будем вспоминать, что будем продолжать. Нельзя такие большие перерывы делать. Я думал среди недели там пару серий записать, но дело в том, что был сильно занят. Работы было много, поэтому давайте продолжать. Акт 2, часть 2, эпицентр называется. Игра мне продолжает дико нравиться. У нас тут небольшое потепление, но, блин, в комнате почему-то у меня холоднее, чем было при минус 20. Сейчас на улице там где-то минус 5. Отопление чуть уменьшили. Ничего, сейчас согреемся компом. Наверное, немножко. Загрузки долгие, но оно... В принципе, и понятно, игра такая достаточно всеобъемлющая. Необычное оформление. Выстрел в голову наносит наибольший урон, но я что-то особо не заметил, что сильно там можно как-то хедшоты делать, потому что как-то слишком много пуль нужно укладывать. Так, хроноворот Shift, вспоминаем. Угу. Не дайте противникам. А, ну короче, если окружают, да. Да, и в конце прошлой серии на нас напали эти солдаты, которые могут также использовать время, как и мы, только у нас это как нативное умение, а у них это уже как какой-то гаджет они используют у них на спине, вот эта херня. Так. Твою мать! Это что, меня так далеко откинуло? Титан с медным покрытием. А, не, все нормально. Или нет? Это уже что-то подзабыл. Следуйте мастерскую Уилла. Не, все нормально. Что-то происходит, вообще жесть какая-то. Так, как мне... Ага, вспомнил. Это зрение. Так, что это оно тут? Это невозможно описать. Уилла не было. И... Одновременно он был повсюду. Это его вторая жизнь, о которой он не говорил. Все, от чего он меня оберегал. Оно все было вокруг меня. Загадка. В плену обломков времени. Так, вот все тайное становится явным. Мы все были уверены, что он пустил свой грант на ветер. Погубил свою карьеру ради какого-то бредового провального эксперимента. Ага. Он нас сам в этом убедил. Но то, что он здесь построил, оно работало. Работает. Работает. Так, нам куда-то туда надо. И продлить мой грант еще на год. Пожалуйста, не делайте этого. Алло, алло. Решили грант забрать. Видимо, просто захотели забрать его разработки. Это тут как там на S, я уже забыл чувака этого фамилия, который у нас наш главный враг сейчас. Что ты делаешь? Лапой там он. Ты во мне не топчись. Жутковато. Короче, все, этим закончилось. Идем туда. Противовес. Господи, только бы сработал. Уилл. Ее не стало. Кого ее? Модельки? Ничего. Еще компьютеры с ЛТ-шными мониторами, гляньте. Пойдем со мной. А, ну Пол, да. Мы выживем. Нет. Пол. Только ты видел нет, то же, что и... Не надо, нет! Отдай Пол Сайрин, конечно. А вдруг ты ошибся? Я знал, что произошла какая-то ужасная ошибка. Но все перепуталось, как неразрешимая головоломка. Отлично, вернули все мои
умение. Так, щит как? Это щит, да? Хорошо. Твою мать, куда тут идти? Это сюда. Вот это что? Чё-то я повлиял на сериал, что ли, или что? Я не знаю, что я делал. Так, тут еще что-то можно глянуть. Неясно за этим мельтешением вообще, что там. А, вот, арестовывали кого-то. Ну, давай назад. Может, там еще что есть, а я тут убегаю. Ладно, давайте по брику уже. Не будем время терять. Погнали. Сейчас, походу, и выберемся из времени. После мастерской вопросов стало еще больше. События в университете были лишь частью чего-то большего. Чего-то, что началось 17 лет назад. Так, Хронон где-то здесь, кстати, надо ж будет качнуть. Сохранение. Так, ну нам сюда, да, куда-то. Так, доки. Попасть в доки. Еще немного. Мне нужен пол. Пол Верховен. А мне нужен Хронон. Так, это что тут у нас? Так, тревога, нарушитель. Кому интересно, на паузе читаем. Возможно, что-то там интересное. Но... Где-то он сзади, этот Хронон, я не знаю. Вот он. Нет. Он там где-то, но я не знаю, мне как... Мне сюда надо пройти или нет, там какие-то люди стоят, тем не менее. Так, а тут я могу подняться? Это этот лифт... ножничный. Побегаем, поищем, потому что... Так, вот он, кстати, этот лифт. Не, может, как-то все-таки можно пробраться. Давайте посмотрим. Давай ты. Не просто так. А. Явно. Он не хочет. И вот на эту херню он не хочет вообще забираться, даже совершенно никак. Я не знаю, как. Хронон явно где-то там. Как мне его забрать? А, ну я, возможно, я могу перепрыгнуть здесь. Да ни хрена. Это странно. Да вон он там валяется. Я его даже, наверное, чуть-чуть еще его еще убью. Вон он. Вон он, вон он, вон он. Бляха, как мне попасть вот в эту территорию? Вот как-то надо. Тупо, потому что, ну, реально, я бы вот здесь вот пролез бы, ну, что-то не хочет. Как-то
шимпанзе, а здесь перепрыгивать тоже не хочет. Ну ладно. Погнали, как есть. Да, он тоже не хочет забираться. Стоп, а здесь же люди были. Что за тупость? Блин, я бы начал сначала. Куда не полечу, пока Джек еще здесь. Его надо... Пол, ты в критическом состоянии. А еще стресс. Без процедуры. Ты знаешь, что может случиться. Отправляйся на остров немедленно. Я подготовлю прибор. Придешь в форму как раз к началу приема. Вынужден с тобой согласиться. Сама забота. Подготовьте мой вертолет. Нет. Так просто тебе не уйти. Ну ясно, но как мне... Не то... Тоже не то... Тоже не то. Как мне наверх туда забраться? Ума не приложу. Ну реально. Как-то надо перебраться. Ну и хер на него. Нету так нету. Так, тут чуваки вон. Готов, Бобик. У Пола был хроносиндром. Он дольше меня прожил с хроноспособностями. Но в них ли дело? Я не знал, болен ли сам, или это из-за путешествий во времени. В любом случае, это его нисколько не оправдывало. Трупы. Пинаю. Внезапная остановка после романа Алана Уэйка. Об Алексе Кейси. Вот отсылка к Алану Уэйку. Экземпляр подписан автором для Эмили Берг. Эмили Берг — это жена, насколько я понимаю, да? Эй, тяжелый пистолет я не хочу. Нахер не надо. Бэт Уайлдер. Ничего интересного. Так, ну сюда-то я сюда не пройду никак. Ну офигеть. Там-то Хронон лежит. Тихо-тихо. О! Блин, а я маялся. Сука. Давай. 3 из 7. Яманал. Так, что у нас тут? Доступно очков улучшения 4. Цена 4. Улучшенное распознавание угроз. Позволяет дольше видеть противников. Ну, как бы не очень. Это и надо. Хронозаморозка. Сделает пузырь хрону прочнее. Вместить еще пуль. Что тут у нас? Улучшенное так... А, ну так это было. Замедление времени. Будет течь еще медленнее время, но это полезно. Так, и что? Хроновзрыв. Ну, пока. Ладно, давайте возьмем, наверное, замедление времени. Ладно, потом возьмем, если будут уже сильно жопу драть. То тогда, естественно, возьмем. А так. В принципе, вроде бы и неплохо. Относительно. Еще один Хронон? Где он? Да, ребят. Да вы гоните. Неужели мне нужно вернуться назад, чтобы получить еще один Хронон?
давайте сходим посмотрим, что нам теряет, кроме времени. Я вернусь. Это, конечно, очень интересный такой подход. Нечто типа шлюзов. Он там наверху где-то. Не очень понимаю. Почему он не был виден, пока я не взял тот? Что про... Что это за херня? Показывает, как будто бы опять этот же. Ну его там реально нет. Это игра глючит или что? Я вас вообще не понимаю. А, ну все. Пойдем. Ну что, реально, тогда показывал только один Хронон. И не было никакого второго. Да? Джек, ты же понимаешь, что Уилл меня вынудил. Что с тобой стряслось? Бороться бесполезно. Ты убил его! Объясню, когда придет время. Поговорим сегодня на приеме. Прием. В каком приеме? Тут конец света на подходе, а вы гулянку затеяли. А, это у них там вечеринка. Времени не означает конец. Хватит. Я не собираюсь с тобой встречаться. Я уже видел, как это происходит. Что ты видел? Ради чего все это? До скорого, Джек. Нет! Нет! Так, опять. Клариса Агава. Хера себе здесь читать. Здесь, короче, если для себя играет, так тут реально игра раза в два длиннее будет. Там этот Хронон меня вообще бесит просто. Хотя, может быть, я его сейчас достану как-то, каким-то образом. О, уже два. Поймайте Сайрина. Как-то я тебе его поймаю. Здрасте. Интересно, что туда попасть-то, наверное, не могу. Это зеленая зона. Что это такое? Это не где-то там. Оба причем. Я туда пройти не могу. Опять этот ублюдок. Мне не нравится этот бородатый. Стопэ. Вот он. На звуки обращать внимание. Что-то оно как-то показывает коряво вообще очень. Так. Здрасте, босс вертолет. Монарховский. Зер. Пол. Стой! Вернись! Чтоб тебя! Не стоит. Ты что делаешь? Эй, успокойся, эй. Ты что, так и убить мог?
Ну, он, видимо, знал, что делать. Потому что не позволил стрелять на поражение. Так, опять время остановилось. Твою мать! Надо идти вперед! Так, ты чё? Не понял, почему запрещено. Соберись, Джек. Соберись. Ну, куда-то туда, сейчас это все поломается. Ой-ой-ой. Сука! И как мне успеть? Интересно. Так, и исчез вот этот вот. Ну, короче, это глюк был явно. Я хочу здесь пробраться. Не, так а как там успеть-то пробежать? Он же... Понятно. Я ж могу... ускорением. Давай. У меня ж есть... Зависания усиливались. Части пространства внезапно перемещались вперед-назад. Мне казалось, что хуже уже некуда. Мы оба знаем, что это не так. Так, нам наверх. Какая-то херня творится вообще-то. Больно должно быть. Туда попасть. Блин, ну здесь, конечно, жесткач творится, ну его нахер. Что какое а? С 5 метров ты спрыгнуть не мог. Ну ясно, короче, это типа было не по сюжету, я должен был прыгнуть на вот эту же, на желтую. Но это смотрелось очень странно. Так, да. Нужно валить отсюда. И подальше. Так, туда нам явно не надо. Господи! Ты бы поосторожнее, Джек. Выйду. Лабиринт какой-то, блин. Не говорите. Давай лезь наверх. Ладно, нужно идти. Нет, хватит! Вперед! Ух! Твою мать! Ах ты, сука! Опять эти ублюдки! Чем меня там придушило? Нет, ой, ну короче, немножко не сбалансировано. Ну, в общем-то, игра нормальная, но вот такие вот немножко есть несбалансированные вещи. Нет, хватит! Здесь я просто должен прыгнуть, а там не прыгнул. А, ну меня, в общем, этой дверь, этой херней-то, видимо, и прошибил. Било, давайте этих сначала завалим. Сберу это сначала.
Спасибо, что предупредила. Так, хорошо. Пистолет тяжелый взять. Готов, Бобик. Есть. Телепортаторы эти грёбаные. Да иди. 5-6 патронов. Где он там? Нет! Ух! Завалил всех ублюдков. Бет отправилась мне навстречу. Я подозревал, что ее заморозило где-то поблизости от доков. Конечно, я мог все это подзрывать. Гасси, смотрите, сколько их здесь. Так, пойти патронов набрать. Всякий случай. Встретить, говорит, с Бет. Они, наверное, не думали, что я просто так засяду в глухую оборону и буду тут валить всех. Из этого, но я по-другому не умею. Вообще, я бы, наверное, прокачался бы, действительно, надо как-то щит, наверное, вот бахнуть получше. Здорово, Бет. Что делаешь? Я же просила тебя не делать глупостей. А я не слушал. Так, начинай слушать. Забирайся. А если я тебе не верю? Так пристрели меня. Отличный юмор. Так, извини, но я забираю фургон. Жесткая бабенка. Ай! Хочешь остановить скачки времени? Без меня никак. Ах да, и за лишний груз сзади спасибо. Чувствую себя гребаной нянькой. Нянькой? Шутишь, что ли? Я с этого компа добыла полезную инфу. Сучка. Я еду, я и ставлю песни. Смирись. Да кто вы такие, мать вашу? Да уж, действительно, кто вы, мать вашу, такие? Ну и ладно, думаю, на этом-то серию закончим. Тут бассейн Брэдбери. Логическое окончание части второй было, второго акта. В следующей серии уже глянем на акт второй, часть третью. Будем смотреть, что там в этом бассейне.
Ну, троху напряжно было. Первая часть серии такая была. Просто ходили-ходили, а под конец такой, блин, начинается экшон. Ну, видите, в принципе, в стиле, опять же, в стиле Remedy, то есть все вот эти вот. Я очень вижу их стиль, очень напоминает действительно и Макс Пейн, и Алан Уэйк, то есть... Очень сильно напоминает. Что вас навело на бассейн? Will, ну, давайте говорил, досмотрим уже, потому что я не могу это пропустить. А там оказался только ключ с биркой «Бассейн Брэдбери». Наша единственная зацепка. Похоже, здесь. Этот бассейн уже 100 лет как не работает. И здесь очень удобно что-нибудь прятать. Давай, рассказывай все, что знаешь. Я знаю, что твой брат сделал средство против разлома. И что мы должны найти его. И что монарх хочет нам помешать. Тем не менее, на тебе их униформа. Форма у них удобная. Да? И деньги, небось, тоже нравятся? Я внедрилась к ним для сбора информации. Ты об этом знаешь несколько часов, а я готовилась, считай, всю жизнь. И вы даже не знали, что владелец Уильям? А что я вообще знал про Уилла? Надо найти противовес твоего брата. И срочно. Ну ладно. Найдем уже в следующей серии. Спасибо, ребят, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.